нас с ним были очень нежные отношения. Безумная любовь. Ты сегодня пела как ангел. Свирепая ревность. Ты принадлежишь мне. То, о чем я мечтала, теперь внушает мне ужас. Если он найдет меня, это никогда не кончится. Потрясающий мир прекрасной музыки. Господа! В недрах великой французской оперы. Быть может, их яркое сияние сможет отпугнуть призрака из прошлого. Он здесь. Это призрак оперы. Современная экранизация режиссера Джоэла Шумахера. По мотивам романа Гастона Леру «Призрак оперы». 9 мая в 20:30. Премьера на «Иллюзионе плюс».